Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале, с вами Александр Гончаров. И сегодня у нас интересное видео. Мне пришла посылка. Вот эта посылка. Вот. Я не буду вам показывать адрес на другой стороне. Вот сейчас я при вас сделаю небольшую распаковочку, да, то есть я присел, не знаю зачем. Вот сейчас я вам покажу, что там. И вот. Итак, небольшой спойлер, что же это такое? Сейчас я буду сдавать анализы крови на мои, на мужские половые гормоны. Пролактин, тестостерон, эстрадиол и все к нему прилагающиеся. Друзья, как это вообще делается? Если вы, ребята, не в курсе. Кстати, пишите в комментариях, да, как вы сдаете анализы на гормоны. У нас здесь пластырь, алкогольные стерилизаторы, салфеточки. Вот. Что тут у нас прилагается к этому, да? Вот это... Для того, чтобы отправить почтовый ящик, уже произошла предоплата, они все оплатили, просто надо будет собрать самплы, отправить, все, они отправляются, и в течение нескольких дней они свяжутся со мной, специалисты расскажут, что именно как, и пришлют всю информацию мне на приложение в телефоне. То есть такое есть приложение в телефоне, где вы можете все отслеживать, сдавать разные анализы неоднократно, да, и следить за своим здоровьем. Киньте, мне, короче, пришли... Неправильный тест, блядь. Тут, посмотрите, чисто это, блядь, брать из вены, нахуй. Во. Это вся хуйня, да, и тут написано, короче, вы идите, блядь, к тренированному специалисту, да, который, типа, возьмет у вас эту всю хуйню, да. Короче, я им сейчас написал, я буду ждать ответа, то есть они ошиблись. В любом другом случае, я бы попросил деньги назад и никогда бы с этой фирмой не имел ничего общего, естественно. Хотя это я сделал через NHS, короче, вот, чтобы вы знали. И они ошиблись, они дали, блядь, не ту хуйню. Я сейчас просто в негодовании, я хотел снять видос. Мне не получилось. Короче, сейчас буду ждать, пока они дадут другой. Друзья, в общем, я сконтактировался с этой компанией, да. Приношу свои извинения за то, что сказал, что это была вина компании. Это была моя вина. Я выбрал не ту опцию. Я выбрал опцию, где я могу сам взять себе с вены. То есть я этого не заметил, ребята, да? Но NHS, они мне ответили. Они сказали, никаких проблем. Вы просто выбрали вот эту опцию, да? Но мы вам сейчас предоставим ту, где вы можете взять с пальца. Мы вам ее отправим как можно скорее. Они не будут за доставку брать никаких экстра денег. Привет. Итак, сегодня пришла посылка. Да, вторая посылка уже с правильным товаром. Весь процесс я вам покажу на видео. Да, то есть я буду проверять гормоны. Да, повторяюсь еще раз. Тестостерон, пролактин, эстрадиол и так далее. Весь список я вам покажу. Здесь где-нибудь на экране или в описании. Вот такая вот коробочка. Да. Форф. Чтобы быть лучше. Вот. На этот раз... Все у нас правильно. Недавно взял интервью у Аарон Кёртиса, да, то есть всю жизнь натурал, топ натурал планеты, да, кто не знает, это суперзвезда вообще Австралии, да, фитнес-икона. Я взял у него интервью, есть, оставлю ссылочку у себя в Инстаграме и выложу видео на английском языке, собственно, и потом я постараюсь сделать перевод. В ближайшее время и выложу у себя на канале, чтобы вы посмотрели. Да, ну чисто все вопросы про фитнес, да, сделал небольшой спойлер. Гормонозаменительная терапия, тренировки, питание и так далее. Итак, продолжаем. Вот. Вот это вот такая вот инструкция, да, что нужно делать. Ну, они предлагают, конечно же, выпить водички за 30 минут до этого. Воду я уже выпил, воду пью постоянно. Помойте ваши руки, да, сделано. Простерилизуйте ваш палец. Вы должны встать, да, чтобы была хорошая циркуляция. Возьмите эту штучку, откройте, проткните палец и собирайте, выдавливайте кровь. Вы должны заполнить вот до самого конца. Всю эту штуку вы должны выдавливать туда крови. Все хорошо взболтать, как минимум 10 раз, да, и прикрепить лейбл специальный, который у вас тут есть, да, заполненные даты, когда вы сдали этот анализ. Поставить специальное отверстие, которое есть у нас здесь в коробке. Заходите в свою программу, да, потому что есть на телефоне программа, и вы пишете, что вы уже отправили, и они быстрее, видимо, ее соберут. Ну и, короче, суть такая, что после этого меня сконтактирует уже врач-профессионал, он меня проконсультирует по поводу моих гормонов, да. Так, кстати, для тех, кто не знал, я успешно
закончил свой первый курс, никаких проблем нет. А обзор на анализы биохимии и гематологии я сделаю позже. Я сейчас жду, когда мне позвонит врач. Так как у меня немного завышенные белые кровяные тельца, не знаю, что там, он все мне объяснит. Я сделаю детальный обзор на как и что, да, а так, в принципе, все хорошо. И вот почему, ребята, очень важно сдавать постоянно анализы, да. То есть дозировки, да, они могут оказывать различное влияние. Вы должны это контролировать. Ребята, я не доктор, вы не доктора, слушайте своего доктора и никогда не нарушайте закон. Первый курс я свой закончил, да, все нормально, сейчас буду восстанавливаться. ПКТ я делать не буду, да, но опять же, как скажет врач. Я планирую тренироваться так же, как я и тренировался. Я тренируюсь, я делаю сплит push-pull-legs, да, это значит тяни, толкай, приседай, то есть ноги, да, 6 дней в неделю, то есть каждая мышечная группа как минимум дважды в неделю. Соответственно, буду тренироваться так, как и тренировался. Возможно, даже, поскольку у меня сейчас были более высокие количества повторений, возможно, я сейчас даже спущусь на более низкое количество повторений, 8-10, и немного увеличу рабочий вес. Я считаю, тренировки на курсе и во время без курса, да, то есть у натуралов, они не отличаются в принципе. Почему? Потому что время на восстановление мы тратим примерно одно и то же. Что я имею в виду? Вы тренируетесь с определенным весом, да, когда вы натурал. Когда вы на курсе, вы становитесь, возможно, сильнее, да, и вы можете давить немного дальше, чем вы это делаете обычно. Как только вы слезаете с курса, все нормально. Вы просто становитесь немного слабее, да, но вам не стоит менять свой объем и тренировку. Вы просто не сможете делать то, что вы делали раньше. Но все те же принципы, они не нарушаются. Итак, погнали с моими анализами. У нас тут есть протиратель, я не знаю, как это на русском. Есть небольшие пластыри, да, чтобы заклеить свою ранку. Вот мы берем такую вот штучечку, чистим наши руки хорошенечко, да, вот обе руки. Они предлагают встать, поэтому сейчас я сделаю небольшую паузу и начну снимать уже другого ракурса, чтобы показать вам, как я беру кровь. Вот у нас стерилизатор небольшой. Честно скажу, я никогда еще не брал у себя кровь из пальца. Надеюсь, это будет хорошо с первого раза, да? Ну вот это первое, чем мы будем себя прокалывать, да? Надавливаем сюда на кончик, да? И протыкаем, да? Итак, первую кровь они рекомендуют стереть, а уже потом мы все заполняем нашу колбочку кровью. О. Так, хорошо. Вытираем, протираем, да, и мы заклеиваем нашу ранку. Все, заклеили. Все, нигде не испачкались. Отлично. Все. Вот наша колбочка. Да, полностью она заполнена у нас. Заполнена отлично. Даже больше, чем нужно, ребята. Вот. Теперь. Хорошо. Мы взбалтываем, да. Вот, вот наша кровь. Вот эта штучка, куда мы отправляем. Вот я несу конверт. Уже предоплаченный, мы будем его класть в специальный priority letterbox, да, и ждать, когда он придет. Что? Вот мы это и делаем.